Доброе утро, мои подписчики, подписчики нашего канала. Сегодняшний день хочу начать со своих цветочков. Вот такие у меня замечательные орхидеи. Они всегда цветут, видите, всех цветов. Беленькие, желтенькие, еще беленькие. Вот эта высокая, она отцвела, но тоже очень красиво. И постоянно одни отцветают, новые бутоны. У меня не бывает так, что что-то не цветет. Ой, они мне всегда радуют, напоминают. Видите, сколько бутонов? Напоминают о Таиланде. И понимаете, я за ними не ухаживаю особо. То есть растут они у меня на подоконнике, на кухне. Кухня — это самое любимое их место. Здесь витает очень светло. И поэтому они, видите, какие у меня красавцы. Просто было бы у меня место на подоконнике, я бы еще поставила. Вот. А сегодня наш блог будет о том, что мы поедем с мамой сейчас в магазин, будем покупать землю, еще что-то, все для садоводства, будем садить рассаду. Чем кому интересно такое видео, оставайтесь с нами и поехали. Всем привет, наши друзья, наши зрители. Мамулька вчера прилетела из Ессентуков, довольная, счастливая. Как мама отдохнула, люди спрашивают. Отдохнула отлично. Санаторий вот новый, он с 2016 году открылся. Поэтому новенькое, все еще белоснежное это все. И я... Санаторий Источник называется, находится он в Ессентуках, да? Да, в Ессентуках. Совсем новый, и лечебная база тебе понравилась? Да, лечебная база понравилась, бассейн шикарный. В общем, комнаты шикарные. Комната, наверное, я не знаю, наверное, 40 метров это точно. Большая кровать. В общем, отличный санаторий. Ну, слава богу. И сухо. Правда, температура плюс 7. Но пасмурно, тоже бывают редкие дни, когда солнышко. Но ты говоришь, что у них вообще снега, да, не было в этом году? Да, в этом году, говорят, вот ессентуковцы, как их называть? Жители Ессентуков сказали, что снега не было вообще в этом году. Поэтому сухо, вот парк очень красивый, там большой-большой. В общем, птицы поют, в общем... Короче, отдыхать не работать. Да, отдыхать не работать. Но так как у нас мама человек дела, поэтому да, ровно сегодня, это на следующий день называется, да, мы едем сейчас в магазин, что мы будем купить? Землю? Землю, всякую, в общем, это причиндала, как говорится, веркулит там, ну, знают, кто сажает. Мама купила в Ессентуках замечательные гладиолусы, да, 4 луковицы. Нет, не гладиолусы. А что это? Лилии. А, это лилии? Лилии, красивые, пурпурные, красные, белые, угу, желтые. В общем, красоты неописуемой. Но это на картинке. Как на самом деле будет, не знаю. Ладно, поехали. Мама, я знаешь, что сегодня, пока сейчас сюда ехала, вспомнила, помнишь самую первую поездку, когда у нас был автомобиль «Москвич», ну, и да, я тебя везла? Я говорю, мама, да, дай-ка я тебя подвезу. Угу. Мама, ты столько уже, 20 лет прошло, ты все вспоминала, помнишь, когда, ну, ручник, да, отказал, да, машина назад покатилась. Так интересно, ну, иногда вспомнить воспоминания, да, детства. Ты еще молоденькая очень-очень была. Ну да, школу и, закончила. Да, такой. И папа обучал тебе, это даже не специалист, да? Ну, папа, хотя... не, папа, вот как папа научил, особенно он учил меня задом заезжать. Задом это было невыносимо. Я говорю, папа, я никогда не буду ездить задом. Зачем ты меня этому учишь? У меня, по-моему, такой псих был. Все. А в школе нас учили плохо, мы учились на УАЗиках, девчонки, и поэтому им там свои дела. Кому навоз возить, кому чего водителя. Да, да. Ладно, мамуль, поехали. Поехали. Будем закупаться. Да. Друзья, мы приехали в такой... такой магазин, называется Дарвин, нам нравится эта сеть очень. Мы здесь уже с мамой были, садовый центр. Покупали здесь, земля была хорошего качества. Землю, конечно, можно купить было и в Ашане, но в Ашане тебе не очень, да, мам, нравится? Да, мне не нравится. Вот, ну, нету выбора. Нету выбора. Пойдем посмотрим, что здесь. Ой, мама, дай нам такую мостик на даче. Скамеечки, все, вход. Все как все, туда, мам, вход, здесь выход, там вход. И белка все орешечки грызет. Непростые, золотые. Мама любит очень такие магазины. У нее прямо рай. Фонтан уличный. 6729. Ну что, пойдем смотреть потихонечку. Ой, а чего только нету, смотри.
Мама, где уксы будем в этом году сажать? Все, смотри, не спеши. Нет. Вот такие не будем покупать? Вот эти вот? Вот я взяла, Оксан. Вот такие вот. Вот такие разных цветов. Так ты лилии, говоришь, взяла? Или гладиолусы ты взяла? А это гладиолусы? Это гладиолусы. Да? А ты лилии, да, взяла? Нет, дельфиниус. Дельфиниус. А может, возьмем гладиолусы или не будем? Нет, нет, они у нас плохо растут. Ну ладно, а уход большой, да, требует? Уход большой. Я хочу, смотрите, показать вам. Какая красота, а? 1299. Видите, они здесь такие прямые, ровненькие. У меня же они растут в кривь и в кось. Ребят, смотрите, какой красивый лимон. Представляете, это настоящие лимоны. Ай. Мы когда жили, помню, на Сахалине, 4999, смотрите, стоит. Когда... Так, мама покупает лук. Сколько такой лук? 179. Лук сивок. 179, так. Угу. Все, видите, уже по хозяйству. А мне остается только учиться. А стоит, мам, 129 рублей всего. Смотри, какая прелесть. Смотрите, какие свечи. Ничего себе. А, там маленькие две свечки. Думаю, ничего себе, такая свеча большая. 999. Лавандовый. Представляете, жгешь свечку и лавандой пахнет. Так, смотри, мам, грунт универсальный. Когда-то мы такой, вот такой, что ли, мы с тобой покупали, не помнишь? Угу. Огородник. 249 рублей стоит. Надо посмотреть, с чего он там. Для посева семян и выращивания рассады цветочных и овощных растений. Угу. Его возьмем, да? Нет, подожди, мы еще думаем. Так, о земле основы. Это какой-то биогумус. Это биогумус. Очень хороший вот этот вот. Биогумус. Откуда ты, мам, все знаешь? Читаешь все про это? Ну, конечно. Молодец. Вот надо тоже взять вот один обязательно. Вот девушка сказала, лучше всего взять вот такой грунт для рассады овощей и цветов. Угу. Вот, стоит он 75 это рублей. Ерунда. Нет, не ерунда, я просто была, она подвела сюда и показала, что лучше я его. Я два буду брать. Ты два возьмешь, и я возьму это один. Так это по сколько там примерно? Смотрите, здесь у нас пишется 7 штук у Германа. 7. И здесь у русского огорода, сейчас посмотрим, сколько здесь. Здесь 8. Ага. Хватит, мам? Так, сейчас. 7, 14 и 8. Сейчас хватит, наверное. На всякий случай еще возьму. И какой еще вырез нужен? Все. Так, теперь мне это мой это потом. По списку. Это, по списку. Ну, говорите, я вам скажу, есть, нету. Ну, это там. Мама только оглашает список, а продавец-консультант такая молодец, женщина. И она сразу ей все подсказывает. Сам. Давай, клади. Так, биогумус. Смотрите, тележка наполняется у мамы. Фитоспорин. Вермикулит. Еще какие-то штуки. Так, капас здесь есть капас. Может, где-то спарим. В общем, все, что нужно, мы нашли, по-моему, в этом магазине. Женщина-продавец-консультант, она, мне кажется, специалист во всем. Какие огурцы маме подсказала? И какой горох подсказала? И как все, где что лежит. Просто молодец. Лепешки делать, да. Да. Нам еще тандыра на даче не хватает. Да, да, тандыра. Смотри, какие красивые. 18990. Оксана, ну у нас плохой этот. Мангальница? Мангал плохой. Мангал хороший надо было. Вот такой бы, да, вот с крышей. Ну, не все сразу, мам, сама знаешь. Да. Еще лет 25 дача будет, тогда, да, уже, да, да. Тогда уже все будет. Смотри, чего только нету. Пошли, да. Я хотела с тобой идти. Ну-ка, сколько здесь веники стоят? Все, в баню никак не соберемся. Может, мам, такую на 8 марта тебе подарить? Нет. Будет у входа на дачу сидеть. Баба-Яга 16 639. Ничего себе. Ночью прикольно.
Знаешь, мама, это когда вот у тебя кто-то будет на даче работать, ага. А ты будешь лежать и наблюдать. Ну да, да. А так как ты у нас там вкалываешь, то я хочу сказать, что тебе и некогда на таком лежать. Вот, гиацинт. Гиацинт. Наподобие вот я дельфинус. А, который ты купила, да? Да, но они такие вот, как тебе сказать, все. Шикарные. Отсюда взяла. Вот этот. Взяла, нравится? Поставила бы белочку, взяла бы. А куда бы ты поставила? На дерево в сову. А какая тебе сова больше всех нравится? Мудрая сова. Ну, это недорого ведь, вот это 990, как считаешь? Ага. Мне он-то нравится, высокая. Белая? Нет, да. Высокая вот эта. Вот это? Да. Ага, красиво. Не, мам, представляешь, пригласишь вот кого-нибудь в дом, ага. Ну и под ногами поставить, заходишь, все, как... Ага. Ничего себе, Мишка, сколько такой. Ну, Мишку я бы не хотела такого, 29,990. Ага. Мы их на Сахалине, я их живьем видела, поэтому, знаете, ага. Хорошо, когда они на картинке или где-нибудь там по видео. Умывальник, смотри, какой классный. Ага. Ух ты. Вообще, да? Классный. Угу. А как еще воду туда заливаешь? Ну, подводят сзади, наверное, шланг. Наверное. Вообще же... Ой, а этот, мам, смотри, как со сказки. Ой, это даже еще лучше. Смотри. Да. Ух ты. А как сюда воду налить? Ну, наверное, вот. А, сзади. Там, наверное, да? Не знаю, не видно. Или для красоты, что ли? Не знаю, сейчас уточним. Да, для красоты, наверное. Да не может такого быть. Вот же, смотри, раковина-то настоящая. Мне кажется, для красоты это слишком роскошь. Да, 10 490. Так, вот так выглядит наша телега. Сейчас пойдем расплачиваться в кассу. Цветов взяли, редиски, морковки, лука, земли. В общем, все, что душа желает. Так, фитоспирины. Сейчас семена пойдут. А, это еще... Максим Дачник какой-то, зеленая аптека. Наличка, карта белая. Вот, смотрите. 3513. Чего только мама тут не накупила. И немножко резиночек. Я знаете, что вам хочу показать? Младший зять, мамин, обещал ей сделать вот такой подарок. Подарить такого ослика. И такую телегу. Сказал, что это будет на даче стоять. Так что мама ждет. Мамуль, ты довольна нашей поездкой? Довольна. Да. Молодец, женщина помогла очень сильно, да, консультант? Ага. Очень такая. Ну, молодец, она просто видно, что знает и любит свою работу. Ага. А двое там стояли, я не я. Сказали, мы сами ничего не знаем. Вот так, дорогие друзья, съездили мы с мамиком в магазин, купили, подошел папа. Ага, сейчас будем выгружаться. Сейчас будем выгружаться. Я говорю, подошел папа, будем выгружаться. Ага. Сессия идет. Тут фотосессия. Да, видеосессия. Там у дамбы свободное место. Ладно, спасибо, Оксаночка, что ты... Пожалуйста. О, что это такое? А это тебе посылка пришла, которая тебе была обещана на 23 февраля. Ничего себе, вот так все равно... Сделал нам подарок. Давай, открывай. Почта России. Давайте посмотрим. Причем очень-очень быстро дошла. Что это здесь такое? Сейчас ты что-то не знаешь. На самом деле она уже была, Юр, 23 числа на почте, а оповещение пришло только сегодня. Догадываешься? Нет. Прям нисколько? Нет, нет. Ух ты. Ух ты. О! Смотри, что нам прислал. Доставай. О. Угадала? О. Давай. Это мои любимые кроссовки. Давай, доставай. О, Юрка, размер. Давай тут же посмотри. На мои. Точно твои? Да. Мои кроссовки. Какие? Надеюсь, не нужно показывать старые, в которых ты ходишь. Это просто рвань.
эту фирму. Я не занимайся рекламой. Не буду заниматься. Эту да, просто эта фирма тебе нравится, и просто у тебя такие же кроссовки, но они у тебя уже в хлам все. Нет, они рабочие, теперь вот. Юр, точно размер тот? Да. Я вижу по ноге. Ты что, забывать больше? Так. 40. Ага, 9,5, да. Ну, потому что было легко, знаешь почему? Потому что у тебя такие же стоят. Ну что, Юр, зачетные? Да, вот у нас так получилось, что Оксана мне подарила кроссовки. Лена мне подарила туалетную воду. Угу. Очень хорошую. Ну, я очень счастлив. Ну, слава Хорошие Богу. Подарки. Носи на здоровье, давай. Да, спасибо.